сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он сделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Аминь. Благословит ты, Господь, Бог нас, и порушивается день, дававший нам это собрание. Где двое или трое собраны, там, где ты, Господь, посреди нас. Слава Тебе, благодарение. Намещенное, Господь, благослови наше собрание, всех присутствующих, Духом Твоим Святым. Аминь. Аминь. Давайте вставшие споем седьмой гимн прекрасных безумных метров. Спасибо.
сказал, что не хочешь, чтобы грешник обрушился, чтобы он обратился и жил. Мы обращаемся к тебе, грешники, и я, самый первый, есть к тебе, обращаемся к Богу, который прощает нам грехи наши в Христе Иисусе. И совершенно четко и ясно осознаем, что грех ведет к смерти. Господи, спаси и помилуй мою душу, потому что я страшно стыжусь того, что я сделал предшествующие дни. И даже и сегодня совершаю, если и не на словах, и не на деле, но в мыслях своих. Поэтому вот перед тобою я стою, и не столько не оправдываю себя, ибо я всегда виновен перед лицом твоим. Перед тобою не оправдаюсь никакая. Вот. Суд себя начинаю, и прошу тебя, Господь, рассмотреть мои просьбы, мои молитвы, мои ходатайства и удовлетворить их положительно. Потому что, Господи, я знаю, если ты будешь судить меня по моим беззакониям и по моим грехам, от меня ничего не останется. Но я уповаю на твою милость, на твое милосердие, на твою благость. Прошу тебя, Господь, очистить меня от всякой скверны. Очистить меня, Господь, от всякой страсти, от всякого греха, гнева, гордыни, раздражения, любостяжания, самолюбования. Многие и многие страсти будут в меня. Но тем не менее, я уповаю на тебя, знаю, что с твоей помощью и твоей поддержкой. При молитве о том, чтобы Духом Твоим Святым ты укрепил меня, я прошу, Господь, чтобы ты от всего этого очистил меня, потому что со всякими страстями, со всякими грехами и беззакониями не войду я в Царствие Твое, не войду я в присутствие Твое. Сегодня мое служение тебе будет бесполезным и никому не нужно. Но ты, Господь, любишь меня, я отдаю себя в руки Твои, поступай со мной так, как ты по своей милости и по своей любви желаешь и хочешь. Вот я перед тобой, Господь, перед судом первым, перед Богом твоей прости меня, я знаю, что тебе все возможно. И преисполни меня вместо страстей и грехов твоими добродетелями, Господи, как то кротостью, смирением, великодушием и всякой другой добродетелью, Господи. Поставь меня на истинный путь спасения, научи меня, Господи, совершать заповеди и приносить покаяние чистосердечно, сокрушенным и смиренным сердцем. Господи, прости мне согрешения мои, которые я оскорбил, я благость Твою восстанови во мне образ Твой. Здравствуй, спалил у нас. Боже, очисти грехи наши, только прости беззакония в наших святости, исцели немощи наши и имя Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Давайте встанем и почитаем апостола сегодня. Веру в Бога Отца, всемогущего Творца, неба и земли, верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, который рожден от Девы Марии, который пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, в третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит, одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых, верую в Святого Духа, единую святую христианскую церковь, очищение святых, прощение грехов, воскрешение тела и жизни.
вечным. Аминь. И Господь наш милостивый на Сьяну, который всегда хочет и желает простить нам все наши прегрешения, и Он и сегодня разрешит вас от всякого беззакония и очистит вас от всякой скверны, и вас и данного Господа, и свидетельство об этом. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. 318 гимн в красных и 105 в зеленых. Твердо я верю в мой Иисус. Познали тебя, вот в любви веры твоей, Боже милосердный.
Благослови, Боже, праведный этот город, где мы живем, всех живущих здесь, Боже, милостивый. Благослови нас, Господи, действительно твердо верить и петь о Тебе, Боже, и возвещать о Тебе на тех местах, где мы находимся, на работе, дома, с соседями, где мы учимся, или где-то встречаемся, являть святость Твою и любовь Твою, Боже, милостивый. Благослови, Боже праведный, всю церковь Твою, всех святых, кто в Духе истине поклоняется Тебе. И напрасно метутся народы и племена, замышляют тщетно. Напрасно всякие уже учения хотят разрушить Твой дом. Истина Твоя всегда восторжествует. И мы в единстве Духа, Господь, со всеми, кто призывает имя Твое, сейчас говорит Тебе, слава Тебе, Господь, за церковь Твою, которую Ты родил, Боже. Которую Ты родил своей жертвой и Духом Твоим Святым. Слава Тебе и благодарение за Твою благодать и милость. Милосердный наш Господь. Аминь. 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 И сейчас пастор поделится словом Божьим. Давайте споем 60-й в красных и 111-й в зеленых. Только в зеленых.